Я вот сижу и думаю, кого же она мне напоминает? Меня разбудил мистер Пиклз, ползающий на заднице в пентаграмме из огня. Мистер Пиклз. Я проследил за ним до города. Там он затащил милую леди за бак с мусором. Снял с нее скальп, отрезал ей ноги и использовал их... Как ходули пошел танцевать стриптиз. А может, на самом деле Милена не грешница? А это все мистер Пиклз? Использовал ее, оторвал у нее скальп, пришел себе, отрезал ее ноги и пошел, сука, крутиться на шесте, блядь. Вы чё, ебануты?